Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. А ты что хочешь? Моя задача увести жену у мужа. Некрасиво вообще. На этот раз у нас танго, но основное то, что танго втроем. Раз, два, назад. Она будет танцевать на паркете вместе со своим мужем. И об этом уже было столько много разговоров, что мне кажется, сейчас настал тот момент, когда мы должны это сделать. Я в этом номере как приглашенный персонаж, который им помогает раскрыть эту картину. Хоп! Вместе здесь. Почему-то мы в одно место. Мне кажется, мне надо вот сюда под попу брать. Не, Дэна. Под попу давай я возьму. Ну, бери. Мы абсолютно хорошо, гармонично работаем. Даже танцуем с ним вдвоем. Неожиданно. Соответственно, нужно будет выбрать одного мужчину, одного партнера. Я не знаю, кого я выберу. Так давай сделаем ей сальто, пусть она станцует. Она станцует сальто, что? Какой туда, еще назад? Сальто? Нет! Раз, два. Вот с Андрюхой у меня сейчас с нуля. Просто нам тяжело притереться как вот партнеру. Туда иди уже! Да пойду, ну! Ты сам на мне висишь, я тебя держу. Я чувствую твой вес. Но сейчас я поняла, что у меня Миша золотой. Мне настолько комфортно и легко. Мы должны сегодня ответить на вопрос. Танго втроем. Разве это возможно?